Сегодня с добрым утром нас пришли все. Поздравить, да? Это поздравить. Так? Пожелать. Пожелать доброго утра полтавчанам. Такое товарищество РКЦ. Сейчас открываю тайну, огромную тайну. Именно РКЦ является генеральным, главным, самым главным спонсором кофе «За мой счет». Когда вы попадаете на эту передачу, пьете кофе, знаете однозначно, что вы пьете кофе за счет РКЦ. Эти девочки точно знают, почем рубероид в Полтаве. Это как? Региональный кровельный центр, правильно? Они всегда скромные, они всегда стесняются, всегда где-то в тени, но они очень сильно помогают мне и многим полтавчанам, которым очень тяжело. Вот так, девочки, с нас арбуз. Да? Благодарность вам за то, что вы делаете. Ну, это мы не знаем. Всех добрым утром, хорошего, приятного аппетита вам. Аппетита арбузного. Не, ну утро Настроение арбузного. Вот, это что-то новенькое. Да, Света, каждым гостям я видела... Вы ели по кусочку арбуза, поэтому может день у вас веселый, я так подозреваю. Я вспомнил, я еще ни одного кусочка не съел. Это я ела.